Какая-то странная надпись. Хе-хе-хе. Только ты сразу построй две антенки. Всем привет! Это Кактус и Крон, и мы начинаем играться в новую игрушку под названием Астронир. Это астронавты, которые в 25 веке, да, они летают по планетам, такая какая-то золотая лихорадка, они в поисках ресурсов и все время умирают и богатеют. Какое-то такое описание было для игрушки, но на самом деле это какая-то космическая песочница. Развивайте и улучшайте свою базу и копайте планету. Что-то так. А ты чем-то другой, да? Я выше. Может, я мальчик, а ты девочка? У меня скафандр, по-моему, больше. Ну... Чего? Я а, нет, другой. Одинаковый. Я крупней. И у меня полосочка на это, на шлеме красная. А у меня нету, да? А я с ушками вообще-то какой-то, смотри. И я вон, ну я крупнее. Ты баба в натуре. Может быть. Не, это ты просто выше стоишь. Ладно, давай лепи его туда, наверх. Одну антенку и пошли в поисках. В поисках нам что надо? Нам, значит, подожди, надо, мне подожди. Компаунд еще нужно. Погоди, где вход? Вот, значит, вот тут вход, значит, вот сюда вот расширяемся. Вот так. И надо вот эту дырку будет закопать. Самолана. Самолана нам нужна. Самола. Вон, пойдем. А вот я когда приземлялся, сейчас. Я где-то видел смолу. Где ты видел смолу? Вон она. Ой, видишь? В натуре. Да, смотри, у нас тут близко смола. Классно. И вот еще. Хорошо. Смола взять. Давай ее туда сразу больше наберем, как можно. Если что, просто поднастроен это. Так, а сегодня день-то вообще нет? Ночь уже? А ты уже начал сюда выводить, что ли? Ага. Так, а можно фонарик как-нибудь выключить, чтобы он энергию не жрал? О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кислорода нету. Еще длиннее. Да. Еще длиннее, вот сюда вот. А не будешь выравнивать поверхность, или у нас все так криво будет? Да, кстати, а может заравняем? Да что-то как-то мы смотрим, мы на горе начали, что-то много заравнивать придется. Да нет, смотри, если вот в этом направлении заравнивать. Вот сюда, то мы вот так вот гору спилим и нормально. Не, смотри, видишь, как он долго все это делает? Да довольно-таки быстро, почему? И энергии не хватает. Сейчас просто расцветет. Да погоди, а что ты сразу заравниваешь-то? Ты сразу спили вот этот бугор-то обычной кнопкой. Я сразу и заравниваю, он так все равно быстрее делает. Не, он пилит быстрее, чем заравнивает. О, да, я тоже сделаю это. А то что-то игра свойственно ей как-то вышибаться. По никаким-то известным причинам. По никаким-то известным. По каким-то неизвестным. Нет, я все правильно сказал. И бело кусок. Я все правильно сказал литературным языком. Пойду вон за энергией, нахер. Заколебался. Где энергия? Вон, я тебе не покажу где. Я сейчас сам один в одно рыло нахерачу. Ну, чтоб там кислород кончился. Не успеет. Да давай, расцветать. Чё тут ночи такие длинные-то, а? Так, музыка опять, по-моему, да, громкая орёт у меня. У меня не, у меня тихонечко. Опа. Более-менее, смотри, ровненько у нас тут получается. Блин, в фотошопе как будто играем, да? Но. Да, блин, как у меня быстро кончается-то все.
А чё, утро-то вон, смотри, горы светлеют, нормально. Да-да-да, солнышко идет, вон оно. Сейчас как только эти батарейки повернутся, то... Давай, крутитесь. Надо, знаешь, что будет еще дел? Дополнительные батарейки на костюмы. Точно. А что они от какого? Я, брат, не знаю, как они делаются, а что для них надо? Батарея, литиум. Это надо этот строить. Шахту, да? Ой, эту. Как крутится. Все, отвали, сейчас ты меня шнуром замотаешь, и я помру. Да ёпта. Вот, поэтому я и говорил то, что надо прав скопать. Да я потому что шифтом все время shift нажимаю, не Ctrl, а shift. Так, ну что, я тогда строю, да, дальше? Или тут тоже заровнять? Блин, медленно, то есть от количества энергии быстрее она не, нет, а не идет. Чё-то как-то всё равно херово. Почему? Вот тут вот прям вообще ровная поверхность, как взлётно-посадочная полоса. А вот тут-то нет. Чё-то я тут ещё понахерачил как-то неправильно. Надо какой-нибудь термоядерный реактор построить. Дай. Зачем ты его вот отсюда бы взял и заровнял? Чего? Прямо вот так, пускай она в низинке такой будет? Ну да. Просто другая ж это, и это у тебя все равно стыковочный узел. Другая бы просто поднялась бы и все. Ну вот, вот сюда вот ее, да? Я думал, это как у все, мы теперь будем и сюда вот расти. Ну вот, я вот это сейчас вот туда вот вытяну. Вытягивать, нет? Сейчас вытянул, да? Блин, все-таки крашнуло. Ты что там делаешь? Выравниваю. Нет, ты выравниваю вот это, чтобы вообще снега не было. А, вот от, так вот не выравниваю. Вот отсюда, вот выравнивает. Нет, видишь. Ну сейчас я выровню, смотри. Отдай мне антенку одну. Мою. А, на, сейчас подожди. Ну эту батарейку солнечную. На-на-на-на. На, вон она. Взял? Да. Блин, выравнивали для того, чтобы крашнуло. Ну не пиздец, а. Нет, ты слишком низко выравниваешь. Да ладно, давай просто так сейчас вот немножко заровняем, чтобы более-менее тут ровно было. А то мы так за место игры будем просто сидеть тут и ландшафтом заниматься. Сейчас вот в эту сторону еще вот так вот немножко заровняем. Так, только нихера я это не заровнял. Так, а давай тут просто нарастим. Вот так. Вот, и это сейчас начнем заравнивать. Вот, я нашел ровную поверхность. Надо ее с это. А, с нее начинать? Да, я не на ровной, да? Вот она. А ты все равно вот в эту сторону не заровняешь. Вот где, у нас база. Видишь, туда он не хочет заравнивать. А, нет, смотри, заровнял. Да, смотри, заровнял. Не, еще это у нас вот так вот все высоко будет? Нет, не высоко. Вот мы вот так вот сделаем. Вот, а остальное вот база у нас вот сюда вот будет ответвление, в другом направлении. Вот смотри, сколько тут места. Слышь? Сейчас, погоди, развернусь, сейчас, подожди. Где? А, вижу.
А тут что, значит, я зря исследование ставил? Ну нет, почему? Пускай там будут исследования, а здесь у нас все остальное будет. И это как его? Давай, сохраняй. Зачем? Чтоб опять крашнуло? Дай. Надо же сохранить-то. Да мне что-то цикает, но опять крашнет, и все еще пиздец. Да это вряд ли из-за сейвов крашат. Ладно, давай. И вот эту дырку надо закопать. А я не дотягиваюсь. Ой, а тут соединение, смотри, пишет. А нет, нихера. Ну ладно. Блин, классно так наращивает. Да вообще, нам бы такие терраформеры. Я бы таких, блин, чудес бы натворил. В смысле, в реале-то. На даче грядки копать. Да вообще все. Дороги бы строить. Ровные. Да, вот такие вот ровные. Так, все, закопали? Так, вот закопали. Так, мне надо подышать, и мне надо энергия. Ну чё, пошли исследовать тогда, чё? Да, давай, сохраняй еще раз. Да ты чё, охренел, что ли, так? Все, сохранил. Пойдем. Когда что-то важное делаем, сразу сохраняй. Так, чё мне надо? Мне надо соединение. Соединение надо накопать. И где-то мы тут смолу видели. А, вон смола. Пойдем за смолой. А хотя смолу сейчас не трогаем, у нас места в инвентаре мало. Давай тогда соединение найдем. Вон, нашел. А то стемнело. У, я вижу какую-то часть самолета. Самолета. У, еще какую-то здоровую. Мне тоже соединения нужны. Зачем? Ну, столбики делать. Опа, кислород еще кончается. Воу-воу-воу-воу-воу. Слышь, а мы вот так, смотри, мы здесь не залезем. Залезем. Не-а. Я проверил. Нет, не залезает, а я уже помираю. Уф, надо что-нибудь как-нибудь там более аккуратно сделать. Так, ставим исследования. Ой, эти. Построить. Все, исследовательский модуль готов. Пойдем тогда вон к этому сбегаем. Пойдем. Поставил тут, чтобы можно было залезать? Нет, пытался. Не получилось. Почему не получилось? За счет не хочет строить. Да и энергии не хватает. Солнца нету, мало дает энергии эта херня. Ну вот, я построил такие небольшие залазики. Вот. Так, сейчас по... Ой, а куда у меня вся это делось? Я же накопал. А, вот она. Ай-яй-яй. А я застрял. Во. Так, а подожди, у меня есть, знаешь что, у меня есть смола. Так, это нет энергии. Знаешь, вытягиваем вот сюда вот. Вот сюда вот. Смола. И еще раз вытягиваю, да? И вот сюда надо теперь смолу. А ты там что будешь строить? Так, я за смолой. Какой-нибудь генератор. Так, что такое ты установить опору? Нет у меня опор. Ой, да, кстати, давай я строю тогда сюда опорой. Давай. Или не надо пока. Так, у меня энергия кончилась. Ёбушка, воробушка. Я чуть там не остался. Так, смола. Или не надо, или прям сразу здесь построить. Не, ну там она такая будет хреновая, да? А ты еще вытянуть, что ли, хочешь? Ну вот, да, вот на эту вытянуть хочу. Вытягивай. Вот, и вот здесь уже строить. Ёпта, что такое прилетело?
Так, еще смола нужна. Где она? Вот она тут. А, вон там еще. Не, ну нам этих... Ой, что это я делаю? Я слышу, я как серфер ехал. Ну, соскальзываешь со склона. Я что хотел сказать-то? А. Нам стыковочных узлов-то вот этих можно побольше сделать. И на них, смотри, и поставить эти батарейки и там все остальное. Ну да. Я же шланги буду отсюда везти. Че, может еще тогда вытягиваем? Да нет, зачем? Вон у нас два стыковочных. А, блин, еще одну смолу не нашел. Ладно, пойду сюда. А, я вот здесь не докопал, да? А, нет, тут все выкопал. Да, блин, как же быстро кончается-то энергия. Ага. Вообще просто в лед уходит. Ну, может, потом какое-нибудь будет улучшение. Батарейки, хуейки. Так, вот еще ладно, одна. Тогда... Во-во-во, собрал. Бежим. Уф, успел. До конца кислорода. Да, там вон ресурсы. Надо туда. Надо еще где-то найти получаемый ресурс, который пополняемый. Так, принтер. Нам нужен принтер? Принтер нужен. Не, нам подожди, нам исследовательская шняга сейчас нужна. Вон, она стоит уже. Где? А, вижу. Я плавильню могу построить. И транспортный бокс какой-то. Давай плавильню. Значит, для плавильни нужны соединения. Пойдем за соединениями. Сейчас я тут копаю. Че ты тут копаешь? Эти. Че это такое? Че я застрял? Во, смола тут. Так а где я соединение-то брал? Вон они. Да что ж такое-то, я все никак не откашлюсь, не вылечусь. Так, одно соединение собрал. Еще надо. Вот и два есть. Опа, а там что такое? А, это мой этот. Я думал, что-то желтенькое нашел. Кислород еще что-то как-то быстро кончается, слышь? Вижу я что-то. Так, а вот это что, лед? Плавильня. Во, плавильню построил. Не, просто так падает и не собирается. А не собирается. А почему энергии нет? Так, ты что там, что-то интересное нашел? Нет, не собирается. И без меня, да? А что там нашел? Давай я соберу. Да не, я думал, это лед. О, вот это что такое, вот синее? Пунькнуло. Смола. Да, смотри, неисчерпаемый ресурс смолы. Ну вот, классно. Шарики, смотри, пузырики. И вон еще, смотри, неисчерпаемый ресурс еще зеленой вот этой херни, компаунда. Соединение. Пойдем вон к этому, к шаттлу. Вон туда вон. Сейчас я соединение возьму. Где? У меня тут пусто все. У тебя вот тут пусто? Да, у меня тут нет ничего. Нет, вон собираешь. Нет. И ты вон ничего не собрал, у тебя ничего не появилось. Да, и у меня тоже ничего не появилось. Но у меня тут соединение было. Нет, соединение его вот дальше, вот смотри. Давай, да, иди собирай. Это я вижу. Те же для столбиков, да? Да-да. Для опор. Так, пойду пока тогда сохраню. Вот, точняк. Не, ну ты-то копай. Короче, сиди на базе, я буду играть, а ты будешь сохранять. Не, так не пойдет. Так это дело не пойдет. Потому что... Не, слышь, твоя вот эта хуйнюшка, она до сих пор тут лежит. Ну и что поделаешь? При альфу играем, пускай лежит. Ну да, думаю, быстренько это пропачат. Все, давай на базу и строй уже вот в эти стороны. Хотя я пойду добегу, хотя посмотрю, что это такое. И что это? Опа, а это соединение. Я что-то взял. Что-то тяжелое. Так, опоры.
делать? Я застрял еще, бля, у меня кислорода не хватает, кислород 5%. Да строй ты опоры, ты соединений собрал херву тучу. Нет, не собирал я. Я успею до базы. Я с какой-то штукой классной бегу, слышь? Иди глянь, какая у меня штука классная. Я еще одно исследование поставлю. Слышишь? Да, бегу. Wow. Фуф, успел. У меня же кислород все вообще на конце был. Я думал, я сейчас помру. Вон, смотри, видишь его? А, и ты это самолет, что ли? Ага. Разу? Давай. Исследуй. И что это такое, а? Шмяк. Ух ты, там солнечная батарея была большая, видел, да? Это исследовано продать платформу. Пиздец. Пойдем еще туда же. Вон там, там целый корабль, там знаешь сколько этих штук? Давай. Сейчас, подожди, я тогда как его, платформочки туда поставлю. Давай. Блин, а вот только откуда? А ну хотя их можно же переносить, да? Да. Так, а знаешь, что с этими камнями? О, они пропадают, слышь, камни. Смотри, вот он сейчас полежит и пропадет. Какой? У меня тут нет камня, где ты дырку выкопал. У меня там был камень. Рассинхронизация еще по сети играй, да? На лампа чинят. Помню, Империон вообще пиздец, какая игра была. Неиграбельная. Вообще вон еще, какие-то толпы, видишь, да? Да, вон вижу. Толпа. Вижу. Над к ним еще будет докопаться. Ой. Бля! Че? Да не знаю, что-то пролага крашнуло, наверное. Не, не крашнуло, фу. Пойду сохранюсь. Я думал, опять крашнет. Ночь. И, а чё порвал? Ой, пурга началась. Ой-ой-ой, да ладно. Вон она, да, летит. Вон сзади, да, вижу. Так, я залез. Я сижу там в этом. Я не хочу, чтобы меня камушком убило. А ты куда, где ты ныкаться будешь? А ты можешь в капсулу залезть, можешь? Не, не могу. Там этаж я сижу, да? Да. Бля, вообще ничего не видно. Полетело, да, смотри. Сейчас тебя отрикошетит, по-моему, в башку. Да мне уже отрикошетило. А чё дверь не закроет, смотри. Я с открытой дверью сижу. Не говори, как тебя не пришибло там нах. Блин, нет, как громко-то. Может потом можно как-нибудь сделать какое-нибудь это укрытие? Типа а-ля укрытие же, да, да, наверное, да? Смотри, у нас провода теперь. Ну пока не порвало, и ладно. Не пока. Куда ты вылез? Я тебе скажу, когда все. Ой, меня убило. Нет. Во, да, убило. И еще раз. Да ты хорош, ты вон там все эти за свои запчасти раскидал. Нету там ничего. Кончилось. Есть, давай еще там подберу. На, вот соединение твое. Вот опоры. Да что ж ты делаешь-то? Вот еще опоры. Забирай, шифтом сразу забирай, он сразу в инвентарь будет забирай. Во. А вот твоя вот эта хунюшка до сих пор лежит тут. Ну и хер с ней, пускай лежит. Ее не подобрать никак. Ладно. Ползем. Все, а вот здесь тогда не заравниваем, да? Ну да, хватит. База-то вон, смотри. Марион. Мы еще вон туда вон заравняем. А, ну да, хватит. Ну и куда ты помчался-то? Копать. А я, значит, эту магистраль строю, да? Давай. Ну тут просто есть кислород, я думал, мало ли, если что, я покопаю вот здесь кислород.
чтобы не выжить. Я бы выжил. Чтоб не выжить? Чтоб мне выжить. Вот это что, компаунд? Да. Нам не компаунд, нам вон, смотри. Значит, вот это херь. Так, эту херь. Она не подбирается. Почему? А потому что это... Я не знаю, я это не могу подобрать. Ты можешь подобрать? Ай? Может, надо выкопай, а я попробую подобрать. Да вон, она все, она уже падает. Не, нет. Так, ладно, тогда вот это что? Холодильник. Не, может на машине потом можно как-нибудь? Или на чем-нибудь? На кране подъема? Да. Потому что это тоже не вынимается. О, вон, смотри, там кислород. Неисчерпаемый. Да кислород-то тебе зачем? О, слышь, смотри, вот что я взял. Для автомобиля, смотри, штука. Че ты у нее сел-то уже? Куда я сел? Вот я стою. А, смотри, слышь. Смотри. Да, в натуре, для автомобиля. И че это? Не знаю, этот. Посадочный модуль. О, я тебя несу, смотри. Да, ты меня несешь. А ты меня на исследование сейчас можешь поставить вместе с этой штукой? Че, че тебе там болтает, укачивает, да? Да, болтает, трясет. Хочешь, я тебя в космос отправлю? А ты можешь меня бросить вообще? Да, могу. Смотри, посадил у меня. Во, теперь у тебя тоже есть эта сохранялка. Да, Николка. Прикольно, значит, пошли еще копать. Зачем я тебя тогда забирал? Блин, мы сейчас машину построим. Потому что идеи не нашли. Осталось только что найти платформу, да, какую-нибудь? И двигатель. С колесами. Так, вот это же не соберется, да? Вот это что? Нет, это падает. Ладно. Я его прямо вот тут нашел. Да, давай вот этот большой этот. Хероту тут большую выкопаем. Смотри, с ресурсами. Да, смотри, титан забирается, слышь? Где? Вон. Где титан? Вон, видишь, он прям торчат. Ух ты. Смотри, смотри, тут медь, алюминий. Забирай, все забирай. Титан, смола. Это, наверное, это как его? Шаттл. Что это с ним? Что с ним? Да он куда-то это. О, смотри, провод идет. А, ничего. Не, он просто... Его вниз просто уронить можно. Ну, хорош копать, что ты делаешь? Хочу его вниз уронить. Кого? Я его вон туда, он уже отпинал вниз. Он у меня не шевелится еще. А я его в сторону отпинал. Тебе скриншот сделать? Вот он у меня тут. Вот тут валяется. Да, вот он. Где? Вот он. Видишь, где я? А у меня нет, у меня тут никого нету. А вот смотри, я смотри, по прямой просто бегу. Я через него бегу, да? Да, вон ты его пнул. И он вообще все в космос ушел. Да? Ну и ладно. Да. Пускай там. Да, классно. Теперь не будет он тут мешать мне. А мне мешает, сухо. Так, ладно. Чё у нас дальше-то? Вот у нас пещера вход есть, слышь? Охрененский вход в пещеру. Маячок поставь. Зачем? Просто бумыть его вот по этим штучкам и всё. О, а я пойду вот это ещё посмотрю. Куда ты дел мою штучку? А нихера. Тут нет ничего. Ладно, а что нам дальше там по ресурсам надо? Ну, у меня есть медь, у меня есть алюминий.
У меня есть смола. А, еще у меня есть титан. А что-то там из титана можно было сделать. Да, что-то можно было, я не помню. О, можно из титана можно сделать бак. Сделать бак? Бак, а что он делает? Фигнайт. Вот медь, генератор сделай. Зачем? Как зачем? Это надо на базе ставить его. Да, на базе поставим, плюс это будем туда органику совать или что он там, на чем работает? А на у нас бензине. Нет, у нас тут нет рядом органики. Почему? Вот она, смотри, вот ее много. Вот. Да. И плюс органики, мы будем ездить за органикой вон туда, он нескончаемый ресурс. Ну ладно, я где, поставил. Мы же где-то там находили. Куда ты поставил? Ну, сделал его, короче, пока он на мне стоит. Давай я бак еще сделаю, посмотри, что это такое. Давай. Во, потому что, смотри, тут соединение вообще просто немеренное. А, это кислородный бак. Кислородный бак. Ну, тогда нафиг не надо. Ну да. Это лучше эти вон. Эти. Ножки эти построить, да? Ой, уже я уже срать ими начинаю. Где ты есть-то? Стой, да, я тебе поставлю этот органику. Где он, на тебе? Да. Он на тебе, генератор маленький. Смотри. А на меня нельзя ставить, видимо. Зато я в тебя поставил. А как ты в меня поставил? По-моему, да, поставил в тебя. И где он теперь? В тебе. Ну-ка, да, еще один поставлю. Нет, у меня соединение. Вот, я тебе инвентарь забил. Ты мне соединениями забил? Да. Я-то думал, ты это как у органикой. Ладно, знаешь что, пойдем давай. А, ты медь нашел, да? Значит, надо еще одну... Медь я уже извел. Бля. Так, нам смола нужна. Дай мне энергии. Блять, крашнуло. Давай. А так, ты пока тогда подключайся, а я за креслом побежал. А мы до туда даже не дошли, прикинь. Ну тогда мне сейчас надо опять эти делать. Да, столбики. Ну ладно, я пойду кресло тогда спизжу. Кресло-то я успею донести. Блин, эти краши заколебали-то. Надо форумы почитать, может там ребят как-то уже делают, чтоб не крашило. Блин, опять мои эти штуки валяются. О, кресло спиздил. Бежим. Уже два моих тут пистолета валяются. Ты скоро так засрёшь все пистолетами? На. Ух. Добежал до кислорода. Кресло тащит. Ага. Так, не, ладно, ты что-то еще не забрал? Все, забрал там два пистолета. Нет, ты антенку не забрал. Где? Ой, да, я не видел антенку. А, повесь ее. На вот соединение. На, я повесить не могу, я сейчас выкину. На, выкинул. Куда? Вот она. Вот. Я не... А, вижу. Так, кресло я забрал. Значит, затабимся. Затабились. И пошли за этим. Вот, слышь? А, нет, не пропал-то. А, вон, как-то он вниз упал. О, знаешь, как их туда удалить можно? Смотри. Ну. А нихера. Нет, у меня летает. Да, летает. Сучка-то, а? И ведь не поднимешь его, не хочет. А ты с шифтом можешь его забрать? Нет. Потому что вон тот, видишь, он тот пистолетик упал. А, это я, наверное, знаешь, как его? Я, наверное, его этой трубкой. Трубкой его и это. Кдыж, ну... Че, он не летает в космос? Кдыж, нет, не летает. Ладно, пойдем за ресурсами, те ресурсы заберем. Да, вот эти краши прям всю прям игру портят. Бляха, я всю энергию истратил. А где-то тут есть энергия, да, по-моему, я находил.
Да вот, сюда на гору поднимись, тут солнышко уже светит. Ой, да, смотри, поднимается. Так, это там кислород. А, мы же до пещеры копались, точно. Мы до пещеры копались, нас крашнуло. Надо еще вот этот бункер откопать. Зачем? Там ресурс. Не, ну я его откопал, вон забирай. А, хотя я там баг сделал, это в принципе ненужная штука. Почему ресурс-то забери? Потому что вот смола нужна, давай смолу себе заберу. Я смолу себе забрал. Молодец. Вон, в принципе, смотри, еще пещера. Вот. А нихера. Это у меня просто не... А, не, вон там есть пещера, смотри. Ни хрена там пещера. А вот это что? Может, тут здесь тоже что-то? Я успею обратно потом добежать. О, да, здесь слышно уже обломки корабля. Ой, тут это есть. Для исследовалки. Помоги, брат. Помоги что? Кислорода мне. Я иду с какой-то херней. Во, 25%. Ой, слышу, а у меня тут опять пещера. Прикинь, она мне... Пещера. Это я просто копал этот компаунд тут и выкопал. А. Кислород можно, в принципе, в инвентарь понашлепать. Зачем? И убежать куда-нибудь далеко. Ну, я тебе могу баг сделать. Так, там энергия у нас. Где-то я еще столбики видел. Ты давай, копай туда. Потому что там покопать можно. Может, найдем какую-нибудь часть для машины. А, вон, я хотел туда пройти. К тому столбу. Так, нажимаем исследовать. И давай какую-нибудь большую солнечную панель. Ой. Или склад. Склад нам тоже был неплохо бы, да? Конденсатор топлива, это что такое? Ай? Не знаю. Я тоже не знаю. Так, ну чё, а дальше-то мы куда будем выдвигаться-то? Давай тогда вот сюда. Так, и что это? Просто столб. Его нельзя взять. Он просто упал. А, не, во, смотри, что-то я из него достал. Так. Ёжика какого-то. Ого, неправильно. Так, слышь, а он не падает. Придется закапывать все, видишь, все вручную. Смотри, что тащу. Где? Где? Я тебя вообще не вижу. Да вот, я уже у исследовалки. А. Ну и что там? Что дало? Тележка. Что за тележка? Фильтры. А мне тележка. Слышь, мне тележку дало. Молодец. Давай попробуем тележку сделать. Так, батарейка, опоры, бак, генератор, маячок, флюгер, солнечная панель, батарея, опоры, бак, генератор, маячок, флюгер. Не. Слышь, нам, короче, смолы надо тогда много. Че, у тебя типа энергия кончилась? Нет. А что тогда замер? Я перешел на это. На другой локейшн. Вот под этими кристаллами, слышь, под большими, тоже всякие эти. Вот здесь закончилось. Давай, сохраняйся.
чтоб не просрать это исследование. А, давай, 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 давай. И пошли за смолой. Готово. Пойдем, вот здесь я какой-то столбик видел. Ща, подожди, о, это вон он. А, вот ты к нему и докопался. Так, а я что-то из алюминия классное делал. А, ты вот под ним нашел? Маячок. А, флюгер. Но он не нужен, да? Но он не копается, да? Вот, батарея, литий нужен. Да нахер нам батарея? Батарея нам не нужна. О, я энергию нашел, какую-то хуйню, услышь. Давай я ее скопаю. О, я что-то, я тоже ежа спиздил. Где тут это трубочки-то? Вот они. Слушай, я тоже с ежиком бегу. Энергия есть, можем исследовать. Нам смолы надо. Причем много. Очень много смолы надо. А это чего? А, это у нас этот. Плавильня. Ты че приволок-то? Ёжика какого-то. Я тебе говорю, выкопал в пещере какого-то ёжика. Так, надо сохраниться. И пойдем смолу копать. Потому что надо посмотреть, чё. Этот, как его, генератор надо сделать. Да? Я тебе сказал, что надо генератор сделать. Вот, кусочек меди нужен. Где я там его оставил? Ой, а где? А у меня меди нету. Или есть? Нет, ты из него что-то делал. А, не, вот могу делать генератор. Куда его липануть? Ну, пока вот липани на эту. На вот, вот эту исследовалку. А у нас все равно органики нету. А ты же где-то говорил, ее можно накопать. У меня только соединение. Видишь, туда органика нужна. Ну, ты же говорил, где-то ее тут полно. Я ее с соединением перепутал. Нету? Блин, а нельзя опустошить вот эти резервуары? Нет? Нельзя, да? О, надыбал. Ладно, я тогда смолу копаю. Так, одна есть, надо две, да? Ну, круто, только он вырабатывает энергию, но она почему-то вся к тебе уходит, слышишь? А потому что у меня ее нету. Ну, хорош там копать-то. Я смолу копаю, мне смола нужна. Блин, ну вот я, короче, весь этот генератор, ты извел его на себя. Он не заряжает это исследовательский центр. Во, вот сейчас пошел заряжать. А потому что я полный. Так, я за смолой. Ой, со смолой. Надо просто батарейки еще поставить. Блин, чутка не хватило. Так, ну там хватит, да? Тогда вот здесь устроим уже, да? Да, там хватит. Если что, он с той штуки еще вытянем. Или еще вытянуть. Давай еще вот сюда вот вытяну, да? Давай, да. Надо сохраниться. Сохранили. Вот это мы строители, вот это мы космонавты, смотри. Так, а чё мы хотели поставить? Принтер, да? Так, исследование есть, плавильня есть, транспорт бокс не надо. Во, иди сюда. А чё, смотри, продать платформу, чё это такое? Подойди ко мне, я это... Давлю исследование. Слышь, может, у тебя тоже будет. Принтер надо, нам медь надо. Ну, давай. Медь я знаю, где взять. У нас плавильня же есть? Есть. Есть. Силовые ячейки. А где? Мне ничего. А где их строить можно? Солнечная панель, батарея, опоры, бак. О, силовые ячейки. А что они делают? Из соединения делается. А дай ему, у тебя есть соединение? Нету. А, есть. Выкинь. А вот, по-моему, есть тут. А, это титан.
Тебе сколько, два? Не, одно. Сейчас я посмотрю, что такое силовые ячейки. Силовые ячейки. И все. А как информацию на них надавить? А? Смотри, что-то они делают. И что, они кончаются? Они энергию дают. А из чего? Они вон что-то что-то сожрали. И все. Ну и они не восстанавливаются. А может, у нее теперь что-то поставить можно? Нет, они вон зарядили и этот исследовательский центр. Ну, а как их теперь зарядить-то? Энергией, наверное. Берешь энергию, заряжаешь. А нафиг так, если я могу чисто так засунуть? Не говори. Не, ну может это просто ячейки, а их заряжаешь энергией, и они просто меньше места занимают. Я потому что их на себя не могу это засунуть. Да ладно. Угу. На меня они не ставятся. Это лучше, это как его, делать не вот эти ячейки, а этот, как его, батарейки. Давай, сохраняйся. Ну, сохранил. И пошли в пещеру за медью. Пошли. Какую? У нас тут где-то рядышком, ты говорил, есть. Ну, не совсем рядышком, вот туда. Вот, где мы этот копали. А ты понастроил эти столбики-то? Да. Ну давай. Ты сохранился? Да. Хотя знаешь что? Знаешь что? Надо на этом уже серийку закончить, а то там до хера получается времени. Мы все играем-то по 14, по 15 минут, а в итоге выходит это дохренище. Пойдем до базы, я еще раз сохраню на всякий случай. И уже следующий пойдем, ребят, в пещеру мы. Да. Давай бежим, 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 бежим. Оп, готово. Все, сохранили. Все, ну тогда на этом заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.